Я командир воздушного суда «Крылов Антон Антонов». Вот обратите внимание, закрыли сейчас двери. Я предупредила, что хочу снять съемку, что я прибыла на аэродром. Есть частное агентство охранное. Вот, вот видите, пилоточку надвинул, не хочет показывать. Он не пускает меня для выполнения мониторинга местности по пожарам, а это госзаказ. Вот, то есть никто не хочет указать причину, по которой меня не пропускают. Все боятся назвать фамилию Щепель. Вот. Но тем не менее, вылет по мониторингу пожаров сорван. Меня не пропускают. Покажи, вот подкрепление, покажи, они все прячутся сейчас, прибыло с пистолетами. И меня, замполетного Иркутского учебного центра, командира воздушного судна, Як-18, отстраняет от выполнения моих обязанностей. Вот еще подоспела охрана. Представьтесь, пожалуйста, фамилию свою скажите. На кого вы с оружием приехали сюда? Ну подскажите фамилию, почему вы никто не представляетесь?